Кушать, кушать, кушать. Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня, как вы могли догадаться по названию этого видео, 8 марта. И в честь этого праздника я решила прочитать сегодня одну книгу. Я, конечно, не уверена, что я ее за сегодня прочитаю, но я на это очень сильно рассчитываю, она, в принципе, небольшая. Мне сегодня делать абсолютно нечего, я сижу целый день дома, потому что меня посадили на карантин, потому что у меня ковид, но это... Забудем эту информацию. Вот, поэтому я бездельничаю целый день, сижу дома, мне все равно нельзя никуда идти, ни с кем встречаться, поэтому я решила, почему бы нет. И мы будем сегодня с вами читать одну книжку. В этот день, ну, возможно, этот и чуть-чуть завтрашнего дня проведете со мной, и мы будем читать вот эту прекрасную книгу, которая называется «Женщина, не мужчина». Название, мне кажется, супер подходящее, ой, для этого дня. Мне говорили, что эта книга должна быть мега-супер интересная. Она в редакции понравилась абсолютно все ее рекомендуют, поэтому я не удержалась. И решила все-таки взять эту книгу, прочитать сегодня, хотя скажу честно, у меня вообще были другие абсолютно планы по книгам, и эта книга даже не входит в мои весенние планы, окей, это не важно. Но вот мне захотелось, будем вестись на вот эти душевные порывы, читать то, что хочется, вот поэтому за сегодня мы должны ее с вами прочитать. О, первый глоток кофе с утра, это... За сегодня мы должны ее с вами прочитать. Поэтому наливайте себе чай, кофе, кушайте вкусняшки. Потому что я тоже планирую сегодня кушать все, что хочется. Я сегодня себе разрешаю, потому что все-таки у нас праздник, надо баловать не только свой мозг, но и желудок, да? Да. Я сейчас пойду закажу себе что-нибудь, наверное, вкусненькое. Я даже еще не знаю, что я хочу съесть на завтрак. Ну, в общем, мне надо подумать, что я хочу здесь на завтрак и заказать, потому что готовить, естественно, я не буду. И буду приступать к чтению, пить кофе. Машинка достиралась. Погода сегодня у нас не солнечная, снег. Даже Каспер грустит, да? Да, маленький. Грустно тебе, снег. Ну, у тебя снег хотя бы идет. Вот мне грустно без солнца. Короче, это подстава. Именно в тот момент, когда я разрешила себе заказать абсолютно все, например, там, круассан, я не знаю, бургер, я не хочу ничего. Я не знаю, видимо, я еще не проголодалась, что странно, конечно, но, в общем, пока что ничего не буду заказывать. Попью спокойно кофе, почитаю книгу, а там уже, глядишь, к обеду разойдусь и закажу какой-нибудь себе просто гигантский бургер или вкуснейшую пиццу. Ну, в общем, что-нибудь такое. Что мне нельзя есть в обычное... Ну, то, что я себе не разрешаю кушать в обычное время. Так что ладно, сейчас начну пока читать. Я не знаю, на самом деле... Ого! Я думала, она будет более радужная. Но нет, смотрите. Полностью черная такая книга, если снять супер. Ну, ладно, будем читать в супер. Это, кстати, издательство «Синбад». Я ему очень сильно доверяю. Так что не подведи, пожалуйста, меня. Кто там? Ну что ж, вместо завтрака мне принесли оранжерею.
общем, думала, что я буду есть на завтрак. Время уже как бы скоро обед. Я решила приготовить все-таки сама, во-первых, и сделать мои любимые лавашки. Заодно вам покажу, что же за мои любимые лавашики. Вот, у меня обожает их муж, обожаю их я, обожают все, кому я их когда-либо делала. Там ничего сложного, но супер быстро, вкусно и на завтрак. Во. Так что давайте сделаем. Уже наконец-то я покушаю. Я тут пока разбирала все свои цветочки. Ну как, эти, конечно, не разбирала. Вот здесь очень много тюльпанчиков. Какие они прекрасные. Просто я не могу. Прелесть. Да, сейчас быстро позавтракаю. Тогда я даже еще кофе не допила. И будем читать. Так, все, что вам нужно для лавашиков, это, собственно, лаваш. Любой, какой вам нравится. Главное, чтобы он был не супер тонкий. Любая колбаса, ветчина, все, что вы любите. Потом сулугуни. Я всегда беру именно вот такой, потому что мне он очень сильно нравится. Опять же, на ваше усмотрение, ваш любимый сулугуни. Именно не... Можно, конечно, любой другой сыр положить, но он просто не будет так плавиться внутри. Когда вы будете кусать, он не будет вот так растягиваться, как нам нужно. И сметана. Вот, я еще обычно добавляю в сметану какую-нибудь зелень, но сегодня у меня зелени нет, поэтому без зелени. Так тоже будет вкусно. Так, нам нужно, значит, взять лаваш и надо его разрезать. Ну, я режу всегда обычно на глаз, в зависимости, опять же, от того, насколько вы хотите, чтобы ваши лавашики были большие. У меня обычно... Я разрезаю вот середину, мы будем сегодня резать пополам. Иногда, когда большой армянский лаваш, я на три части режу в серединку. И здесь не очень большие закругленные части, поэтому я не буду их разрезать напополам, прям буду такие оставлять. Все, теперь надо нарезать сыр, колбасу и все, и заворачивать. Включаю гриль, обычно функцию сэндвичи, и включаю еще доп суперкорочка. Все, ждем. Но вообще можно сделать на обычной сковородке, тоже будет очень вкусно. Ну вот и все. О боже, это именно то, что я хотела. Начинается с того, что мы читаем про, я так понимаю, нашу главную героиню, которую зовут Исра. И действия все начинаются в 1990 году в Палестине, в городе или поселении Бир-Зейт. Надеюсь, я правильно сказала. И она рассказывает, как она жила там со своими родителями. У нас было еще предисловие. И в предисловии было написано, что она уже живет в Нью-Йорке, в Бруклине. Но прежде чем она там оказалась... Надо начать с того, где она родилась. И вот мы читаем главу про ее дом, ее семью. Очень такая традиционная семья, когда отец во главе семьи. Слово — это закон. Мать постоянно на кухне. Очень верующие люди. Тут даже вот написано, что ей всегда было интересно, тоже там, за границами нашей деревни, и страстно хотелось покинуть дом и окунуться в неведомый мир. Однако привычный уклад обещал спокойствие и безопасность, а в ушах звучал назидательный мамин голос: «Место женщины — дома». Тут она еще также пишет, что сколько вот она себя помнила, перед глазами всегда была мать, которая только и делала, что прислуживала да развлекала. То есть это такие устои, сами собой разумеющиеся, ничего другого не предполагалось. Место женщины — это на кухне, дома, забота о семье и, скажем так, забота о членах семьи. Принеси, подай, убери. Здесь даже есть такой смешной момент. Они так много внимания отдают мелочам, скажем так,
своим порядком, которые у них уже установились. И здесь написано, что сперва надо подавать мятный чай, когда гости приходят, а только затем уже кофе по-турецки. И не дай бог, ты нарушишь эту закономерность и сделаешь что-то не так. Это будет просто оскорбление гостей. Гости, скорее всего, очень сильно обидятся и больше никогда к вам не придут. И она даже говорит о том, что как-то раз слышала рассказ женщины, которая говорит, что пришла в гости к соседям, а те сразу подали ей кофе. «Я развернулась и ушла», — заявила женщина. «Ведь это все равно, что с лестницы человека спустить». Вот так вот. Как обычно в таких семьях, отец принимает решение, за кого отдать дочь, потому что дочь является, скажем так, содержанкой, она не приносит денег, она не работает, и он ищет любую возможность хорошо, скажем так, ее отдать в хорошие руки и передать другому человеку на содержание. И, конечно, там не идет речь ни о любви, ни о чем-либо другом, там решает все отец, и он в последнюю очередь будет думать, хочет ли сама девушка выходить за этого человека замуж. Что, конечно, ну, в наше время читать просто ужасно, но я думаю, что до сих пор такое очень много где существует. И она даже говорит, что вот бы открыть рот и сказать родителям: «Нет, не хочу я такой жизни». Но Исра с малых лет усвоила, что послушание — это единственный способ завоевать любовь. Поэтому бунтовала разве что тайком в обществе книг. Ну и, конечно, домашнее насилие в таких случаях, скорее всего, норма. И да, отец ругал ее за любое неповиновение, за любую оплошность, за непослушание, и ругал очень жестко, бил об стенку ремнем, обзывал ругательствами. Да, вот в такой семье наша главная героиня жила. Такой полный жесткий патриархат, который не терпит вообще ничего. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ей запрещали читать книги, делать то, что она хочет. Абсолютно почти все. Только служить, скажем так. В общем, к нашей главной героине пришел свататься очередной жених, который из Америки. Отец просто без ума от него, потому что он из Америки. Он мечтает о том, чтобы его дочь вышла за него замуж и отправилась жить в Америку, потому что это лучшее, что может случиться. Сижу я тут, читаю, а тут опять цветы! А там конфетки? Нет, книга. Ого! Так, мне принесли в подарок книгу. Смотрите, какая она красивая. Тут ангелочки. Так, надо бы открыть ее. Так. А, я же сказала. Рецепты счастья. Да? Да. Ну вот написано. Пари. Карточка со скидкой. Это... Я отлепила карточку, а тут сердечко. Ого, какая она красивая за суперобложкой. Ух ты. Смотри. Say Sibon. Вау. Да, но если тут будет вкусный рецепт, несложно, я приготовлю. Например, что это за рецепт? Домашние колбаски из говядины. Звучит несложно. Способ приготовления. Колбаски обжариваем с двух сторон на гриле. Помещаем в духовку на 6 минут. Картофельное пюре. И нарезаем квашеную капусту. Длиной около 4 сантиметров. Объединяем пюре и капусту на блюде. Полностью не смешивая, добавляем... Что? А, добавляем спирали цукини. Смазываем готовые колбаски медово-горчичной глазировкой, обдаем газовой горелкой, чтобы зерновая горчица немного подрумянилась. Вот и все. Звучит как несложно. Тут такие фотографии еды. Тут даже красиво хамон выглядит, хотя я его терпеть не могу. Но она даже не знает, кто это. Она с ним не знакома, ей было нельзя на него смотреть. Ну, в общем, решение принято. Ее выдали
и согласились, точнее, выдать ее замуж за этого прекрасного молодого человека из Америки, и ей предстоит отправиться жить в Америку. Она этого не хочет, потому что она вообще не знает, что ее там ждет, что там будет, она не знает этого человека, пытается об этом сказать маме, что ей страшно, что происходит и вообще зачем так поступать. На что и мама говорит, что ты не понимаешь, как тебе повезло, и сколько девиц просто бы убили человека за такую возможность, как у тебя, поэтому не надо ныть, нужно радоваться. Ну и с другой стороны, конечно, она права, но тем не менее, как же женская поддержка, просто хотя бы чтобы та подошла, обняла ее, пожалела, я не знаю, приободрила как-то, но нет. Прочитала я первую главу, это 40 страниц, и наша главная героиня уже вышла замуж за Адама. Как я говорила, что на первой встрече она даже не могла на него посмотреть, разглядела она его только уже как бы у алтаря. У них очень странно начали складываться отношения, потому что она не знала, о чем с ним разговаривать, и боялась сказать что-то не так, так же, ну, как и он. В общем, конечно, читать о таком, по крайней мере, для меня, для человека, который вырос в абсолютно других условиях и живет, да, в абсолютно других условиях, это очень все странно. Родители безумно счастливы, что ей удалось выйти замуж за человека, который увезет ее в Америку. И ее муж Адам устраивает большую, вот эту пышную, огромную свадьбу, где она говорит о том, что просто вокруг нее все танцуют, радуются, а ей хочется плакать, потому что ей очень страшно. Она не понимает, что будет дальше. Ее мучил один единственный вопрос всю эту свадьбу. Понимают ли гости, что происходит на их глазах, осознают ли они, что всего через несколько часов она поднимется на борт самолета с мужчиной, которого едва знает, и улетит в совсем чужую страну. Ей это все очень сильно не нравится, она просто надеется на то, что она его сможет полюбить, и все у них будет хорошо, но глава заканчивается на том, что она понимает, что, наверное, все-таки все будет не так просто и радужно, как ей кажется. Но она себя успокаивает надеждой о том, что в Америке может все измениться, так как она попадет в страну, которая свободная, где она сможет гораздо больше, чем в своей собственной. Вот, и с такими мыслями она улетает в Америку. Так, пойду читать дальше. Следующая глава нам рассказывает про девушку Дея. Она уже живет в Бруклине, и это 2008 год, но она родом из Палестины, она живет с бабушкой и дедом, которые оттуда. Я никогда, наверное, не смогу понять и принять, да, вот эти обычаи и устои их жизни в Палестине и там. Потому что, в общем, она заканчивает только школу, ей еще 18 лет только. Но бабушка с дедушкой уже сказали, что, мол, хватит фигнёй маяться, пора замуж, уже хватит откладывать это в долгий ящик, пора себя посвятить тому, чему нужно, то есть замужеству, семье, детям. И она говорит бабушке, что, мол, если я не хочу всю жизнь жить вокруг мужчины и все делать только ради него, на что она ей отвечает: ты должна стать матерью и родить детей, можешь ворчать сколько угодно, но что ты будешь делать в этой жизни, если не выйдешь замуж? Если у тебя не будет семьи. Это при условии, что они живут как бы в Америке, в Бруклине, и, в принципе, там у нее очень много разных возможностей. Но можно сказать так, что можно уехать из Палестины, но Палестина из тебя никогда не уедет, да? И тут она еще говорит бабушке такую фразу, что, мол, почему я могу там пойти в колледж, заняться много чем, да, возможностей много, на что та ей отвечает: ты что? Какой колледж? Даже речи быть не может, да и кто захочет жениться на девушке, которая училась в колледже? Да. Мой мозг взрывается немного от такого. Я буду, видимо, каждую секунду подключаться, потому что она говорит о том, что как же колледж, почему это плохо, что мужчине нужна дура, которая будет, которой можно будет все время командовать, на что бабушка отвечает: пойми, так устроена жизнь.
Так было всегда. Спроси, кого хочешь, тебе любой человек скажет, что самое важное для женщины — это замужество. Нет, я не против замужества, нет, конечно, но... Но я не из тех людей, которые ставят это на божничку и все, что это сама цель всей жизни любой женщины. Тогда она еще не знала, что это значит стать женщиной, не понимала, что это значит выйти замуж за едва знакомого человека, не понимала, что в замужестве и только в нем заключено ее предназначение. Только став старше, Дэя по-настоящему осознала свое место в обществе. Она усвоила, что есть определенный образ жизни, ей предписаны определенные правила, которым она обязана следовать, и что, будучи женщиной, она никогда не получит законного права распоряжаться своей судьбой. Хочется плакать от таких слов. И вот Адея знакомится с очередным тоже своим женихом, который приходит свататься к бабушке, к дедушке. Но он оказывается не такой, как все. Они начинают разговаривать, он спрашивает, чем она занимается, расспрашивает о её жизни. И он спрашивает, хочет ли она поступить в колледж после школы. И та очень долго думала, отвечать ему честно или нет, потому что все ее близкие и предыдущие женихи думали, что это ужасно, если девушка хочет в колледж. И что это не положено вообще туда хотеть. А этот так спросил, как бы без задней мысли, и она сказала, что да. И он даже ни разу не удивился. И, в общем, на этом фоне они разговорились, и она у него спрашивает, чем он занимается. Он учится на врача, но на самом деле никогда не хотел учиться на врача, не хотел становиться врачом, просто так захотели родители. Он всегда хотел семейным бизнесом заниматься, возможно, какое-то свое собственное дело открыть. И вот вопрос, уже как бы три, да, человека, о которых мы читаем, и у всех трех одинаковая ситуация, что их заставляют делать то, чего они не хотят. И их заставляют делать то, чего хотят их родители. Ужасная ситуация на самом деле. И вот что в первой ситуации получается между Исрой и Адам. Да, его зовут. Да, и Адамом. Она у Адама спрашивала, что почему ты не сделал так, как ты хочешь. Я думала, что у тебя есть свобода, ты же мужчина. И тот на нее так зыркнул, что, ну, неприятно ему была эта тема. Так и в случае с Дэей и вот с женихом, с которым она сейчас разговаривает на СР, то же самое. Он у нее спрашивает, почему ты на меня так смотришь? Она говорит, меня удивляет, что родители твои заставили тебя пойти учиться, хотя ты хочешь совсем другого. Я думала, что у тебя есть свобода выбора. И он спросил, с чего ты так взяла? И она говорит, ну как же, ты ведь мужчина. Мир так устроен, в котором мы живем, что мужчины могут делать то, что хотят, а женщины нет. Да, вот уже две пары, хотя, по сути, мы видим, что у женщины, что у мужчины. Конечно, у мужчины больше прав и всего остального, но, ну, в данной, да, ситуации, но, тем не менее, все четверо по-своему несчастны, скажем так. Их заставляют делать то, чего они не хотят. А, ну все понятно. Можно было, конечно, раньше догадаться. Дэя — это дочка Адама и Исры. И когда ей было 8 лет, они погибли в автокатастрофе. И Фрида, которая сейчас бабушка, да, которая выдает ее сейчас замуж, это, получается, мама нашей Изры, про которую мы читали в первой главе. То есть они все-таки уехали в Америку. У них родилось 4 девочки. И вот старшая Дэя, сейчас идет про нее речь. И вот мы читаем, как она узнала о смерти своих родителей. И вот 4 сестры уже живут в Америке, но ничего не изменилось. Они мечтают все о том же, о чем мечтала их мать. Обрести свободу, делать то, чего ты поистине желаешь и хочешь. Одна сестра говорит о том, что она просто хочет свободы, и тогда она будет счастливым человеком. Другая сестра говорит о том, что она хочет добиться успеха, стать врачом, совершить что-то великое, и тогда она будет счастливым человеком. А самая младшенькая сестренка просто желает, чтобы они всегда были вместе, никогда не разлучались. Хотя такая угроза существует, потому что когда все 4 сестры выйдут замуж, не факт, что их мужья будут жить по соседству друг с другом. Вот. Грустно, да, читать о том, что 2-е, 3-е поколение женщин
все равно несчастны по-своему, хотят того, чего они хотят, но, к сожалению, в силу того, что они живут в таких правилах, в такой религии, в таких семьях, с такими устоями и законами, к сожалению, это невозможно. Хотя никто не знает, как бы их сложилась жизнь, если бы их мать и отец были живы. Но тут непонятно, что у самих родителей происходило, то есть у нашего Адама и Исры, потому что я так понимаю, что у них было отнюдь все далеко не гладко, как себе Исра предполагала, когда они только направлялись в Америку. Посмотрим. Пора себя еще чуть-чуть побаловать вкусными конфетками. Так, что мы будем? Фундук, карамель. Так, мы будем фундук. Так. Счастье, умение радоваться неожиданностям. Немного перепутала. Наши внучки остались с матерью Адама, а не матерью Изры. Немножко перепутала. Фрида — это его мама. Вот. И все четыре дочери живут с Фридой и мужем. То есть с мамой и папой нашего Адама. 100 страниц уже прочитано. Ну что ж, наша Исра переехала в Америку со своим мужем. Прошло какое-то количество времени, и ничего не изменилось. Что Америка, что Палестина. Все везде одинаково, устои одни и те же, обычаи одни и те же, проблемы, горести одни и те же. Но здесь еще вдобавок добавилось то, что она абсолютно одна. Ее муж всегда на работе, рядом только свекровка. Ну и все. И куча-куча забот по дому, обязанностей и так далее. И свекровка ей говорит о том, что... Ну, они так разговорились, и Изра расчувствовалась и сказала, что вот я думала, что я перееду в Америку, все будет по-другому, что мы с Адамом будем любить друг друга, как вы любите друг друга. Но Фарида посмеялась ей в лицо и сказала, что ты глупышка, мы друг друга не любим, мы просто живем, нас также поженили, никакого счастья как бы нет. Все так очень грустно и печально, но наша Исра не отчаивается и верит в лучшее, и говорит, что в любом случае она добьется любви Адама, все будет у них хорошо, она родит ему детей, тогда он будет меньше пропадать на работе, и ее любить. И так далее. Ну, посмотрим. Что-то, я думаю, такого не будет. Нет, ну эта книга меня не перестает просто возмущать. В общем, я возмущена. Эта книга не перестает меня удивлять. Здесь рассказывается о том, как Исра уже забеременела вот старшей дочерью, про которую мы читаем, да, и какие у нее были роды, там, как она переживала, какой она будет матерью, кто родится и так далее. В итоге вот она узнала во время родов, что у нее родилась девочка, и когда Фарида и Адам зашли в палату, чтобы познакомиться с малышом, с малышкой, узнали, что это девочка, Фарида сразу, скажем так, набросилась на Исру, что, мол, вот, еще одна нахлебница, зачем она нам вообще нужна, мы так мечтали о мужчине, о мальчике. И Адам пытался ее как бы вроде как успокоить, но та вообще его не слушала, подошла и сказала Исре, женщине, которая только что родила ребенка, девочку, прекрасную девочку, и сказала: запомни мои слова, вдень их себе как сережки в уши, если не родишь мужчине сына, он найдет женщину, которая сделает это вместо тебя. Вот. Да, уж. В общем, я на 150 странице. Идем дальше. И вот после рождения Деи Исра поняла, что вот ради чего она вышла замуж, ради чего именно за этого человека, ради чего она переехала в Америку и так далее. Она, вот эта материнская любовь в ней проснулась, она готова на все ради своей дочери, и она поняла, что смысл ее жизни теперь материнство и так далее. И это все очень круто, так, наверное, и должно быть. Но до сих пор не могу понять, почему это надо именно вдалбливать, заставлять людей, точнее женщин, да, что вот, только так и никак иначе. Ну,
Человек должен сам к этому прийти, этого захотеть. Не знаю. Все, что делается через силу, это плохо. Все должно быть идти, все должно идти своим чередом. Ничего не должно делаться искусственно, через силу, с пинками и так далее. Ну вот, как бы эта книга тоже доказывает то же самое, что во всем должна быть мера, баланс, все должно быть так, как оно должно быть, без искусственно выдуманных, придуманных, навязанных, заставленных вещей. И человек — свободное существо и должен делать то, чего он хочет. И понятное дело, что там, возможно, надо прислушиваться к родителям, к тому, что тебе говорят близкие люди, они там для тебя желают добра и все остальное, но когда идет вот такой жесткий прессинг, и для женщины единственный уготовленный путь — это замуж за человека, которого ты не знаешь, бесконечные роды, куча детей, материнство, хлопоты и так далее, ну, тоже. Я не говорю, что это плохо, да, это, ну, просто, наверное, может быть, это не для каждого, может быть, не каждый этого хочет. Ну, не знаю. Сейчас читаю главу про саму Фариду и ее размышления, и время идет такое, когда Исра забеременела второй девочкой после Дэи. И вот Фарида размышляет на тему своей жизни, как у нее все складывалось, что тоже ее жизнь помотала, скажем так, у нее было не очень счастливое детство, росла она в нищете, в бедности, в издевательствах, отец бил ее маму, и ее выдали замуж за человека тоже, который в последующем ее бил, но сейчас, оглядываясь, скажем так, с высоты прожитых лет, смотря на все, что происходило раньше, она думает о том, что как бы все закономерно и все имеет место быть, и говорит такие слова, что стали бы мужчины колотить ее, если бы их самих не колотили. Вряд ли. И именно понимание того, что за болью стоит боль, годами давало ей силы сносить истязания Халеда и не падать духом. Что толку ныть? Она давным-давно решила, что внимание достойно лишь те вещи, на которые она в силах повлиять. Знаете, это такие женщины, которые пропитаны какой-то сталью, они очень, с одной стороны, умудрённые опытом, с другой стороны, сильным характером, все это терпеть, да, потому что у них другого-то выбора нет. Не уверена, что тогда им можно, ну как тогда, это какой 1990 год, можно ли в их понятиях и правилах развод, наверное, нельзя. Ну, в общем, я думаю, что это было невозможно, и как бы, а что им оставалось делать? Тем более, что когда они знали, это было у их мамы, да, там такая жизнь, у нее, у ее невестки. Ну, как бы ничего не меняется, это такая жизнь, ее только стоит принять, такой, какая она есть, и на самом деле обращать внимание, наверное, только на те вещи, на которые можно повлиять. Как бы это все очень печально и грустно не звучало. Вот. И вот тут некий такой замкнутый круг, что Фарида думает, да, о том, что нужен мальчик, потому что как еще себе гарантировать свое бездетное существование в будущем? Вот проблема, да, у человека нет, чтобы сейчас пойти делать что-то самой, чтобы не полагаться на своего внука или там внучку и просто радоваться, что у тебя появился внук или внучка, да, но она вообще думает как бы вообще с другой колокольни, на все это смотрит, у нее другие цели всего этого мероприятия. Ну, глобально, понятное дело, что это там, не только она об этом думает, но в любом случае, да, такой замкнутый круг, женщина должна сидеть дома, при этом рожать только мужчин, чтобы они потом в старости обеспечивали, скажем так, ее старость. Но можно же все по-другому, наверное. Интересно, конечно. Еще проблема этих женщин, что они постоянно сидят дома, они никуда не выходят без своих мужей, а так как мужья всегда на работе,
ну, они могут месяцами не выходить из дома. И вот Фарида, которая уже 15 лет живет в Америке, у которой уже родилась внучка, говорит такие вещи и думает, то есть они выходят с Ирсой на улицу, чтобы навестить ее соседку, у которой родился внук. И она выходит и понимает, что даже спустя столько времени, столько лет, ей страшно выходить без мужа, а вдруг что-то пойдет не так, она всегда хочет вернуться домой, в свой привычный быт, в свои привычные стены. Ну, это так странно читать, да, в нашем мире. Вот она говорит, что за 15 лет, прожитых в Америке, она могла по пальцам пересчитать случаи, когда ходила куда-либо без Халеда. Она не умела водить машину, плохо говорила по-английски, поэтому если переступала порог дома, предварительно высунувшись наружу и тревожно оглядевшись по сторонам, только чтобы пройтись по ближайшим улицам, навестить арабских соседок. Даже теперь Фарида ловила себя на том, что поглядывает назад, ее тянуло повернуть домой. Там она знает все, где ее кровать, как включить отопление, сколько шагов от спальни до кухни, знает, где лежат чистые полотенца, сколько времени разогревается духовка, сколько щепоток тмина бросает в чечевичный суп. Но здесь, на этих улицах, она не знает ничего. А вдруг она заблудится? А вдруг на нее нападут бандиты? Что тогда делать? Прожив в этой стране 15 лет, Фарида здесь так и не обвыклась. И вот они все так живут из поколения в поколение, я имею в виду женщины. Неважно, там, ну, понятное дело, что если это родной край, там, Палестина, где они выросли в родном доме, потом вышли замуж, остались там же, это еще одно дело. А вот когда ты переезжаешь, как они, в Америку, вообще в другое место, и вот так жить, это, конечно, просто дурдом. Но она тут же себя утешает тем, что «но все же это лучше, чем лагерь беженцев», напомнила себе Фарида. Блин, вот у меня просто, знаете, вот я опять же читаю сейчас про американцев и как бы про нашу нынешнюю жизнь, и понимаю, что это тоже ненормально, и как бы что одно, что другое, как бы это, знаете, как будто какая-то крайность. Вот она говорит про американцев. Интересно, каково это быть американцем? Выходишь за порог и всегда точно знаешь, куда направляешься и что будешь там делать. Они все несутся куда-то, словно мошкара. Фариду-то всю жизнь куда-то волокли, тащили с кухни на кухню, от ребенка к ребенку. Да так оно и лучше, наверное, подумала она. Твердо стоять на земле, знать свое место, а не жить, как эти американцы, в свободном плавании, без якоря, без моральных ценностей. Неудивительно, что они все такие одинокие и только пьют, колются да разводятся. То есть вот тут показано, да, вот некий дисбаланс в том, что есть одна крайность, когда ты сидишь дома и вообще не выходишь, ни с кем не общаешься, не разговариваешь, твое слово вообще не стоит ни гроша, вся твоя участь — это готовить борщи, воспитывать детей, рожать их пачками, и дай бог, это будут все там пацаны, и вообще на твои какие-то желания, мечты все хотели просто об этом забыть и не говорить никогда. И другая крайность, когда люди сутками проводят на работе, для них дом — это просто место для ночлега, где они спят по 6-7 часов, и все, что у них есть в этой жизни, это сплошная работа, непонятно ради чего, ради денег, которые они никогда не потратят, ради, ну вот, да, вот эти две крайности, и ты сидишь и думаешь, почему так сложно найти какой-то баланс, чтобы все было так, как должно быть, чтобы не переваливалось в одну или в другую сторону. Да, ну, наверное, самое сложное в этой жизни — найти как раз-таки этот золотой баланс во всем, в том числе вот в каких-то устоях жизненных, что ли. Итак, ситуация. Фарида со своей невесткой Изрой и новорожденной внучкой сидят в гостях у своей подружки, у которой родился внук. Ну и разговаривают там о всяком. И, в общем, заходит про... Ну, конечно, начинают все поздравлять. Вот, поздравляю, что у вас внук. И все так снисходительно смотрят на Изру и девочку.
что, мол, сожалеют, что, как бы, блин, жалко, что у тебя девочка, конечно, родилась. Потом все это начинают очень яро обсуждать, что вот, какой это вообще ужас, как же бедные женщины, у которых рождаются девочки, как им не повезло, как им будет сложно и так далее и тому подобное. Это просто, как бы, кошмар. И после этого Фарида сидит и спрашивает у своей подруги, у которой внук родился, мол, а где сама твоя невестка? Что-то ее не видно. И та отвечает ей, что да, она устала, спит наверху, сама понимаешь, мол, бессонные ночи, малыш. И все как взбеленились, все начали возникать, что вот, мы заводим невесток и ищем своим сыночкам жен, не чтобы там они спали днем, а чтобы они нам помогали, чтобы они там носились по кухне, ждали мужа, готовили супы, борщи и так далее. Как же так? Ну, и подруга говорит, что, мол, я не вижу в этом ничего такого, я могу ей сама помочь, пусть она поспит, сейчас время другое. И, в общем, там такой сыр-бор поднялся, что вот, невестки должны все делать, а мы должны отдыхать. Зачем мы тогда вообще находим жен нашим мужьям, чтобы они днем типа, спали? Ну, в общем, это вообще такой... Ну, это не бред, я понимаю, что это очень много, где так оно и есть, так принято, но, по крайней мере, для меня это звучит, конечно, все очень странно. Никто никому ничего не должен. Ну, нет, ну, блин, в рамках приличного, да? Да, ну, конечно, это вообще так странно все это читать просто. Фрида правильно говорит, вмешалась женщина, сидевшая на диване напротив. Разве мы для того женим сыновей, чтобы потом помогать их женам? Невестки должны нам облегчать жизнь, а не наоборот. И вот эта подруга сама же говорит о том, что вы бросьте, вы же сами помните, как вам было сложно, когда у вас не было никакой поддержки и помощи, когда вы всю ночь там не спали, а потом днем там приходилось делать уборку, готовку, ждать мужа, там все дела. Почему, ну, я знаю, как это было сложно, почему я не могу помочь? Тем более все вы все это проходили и прекрасно знаете, но все только охуют-дахуют. Хоть Фарида и учит невестку и еще одну новую невестку тому, что нужно подчиняться, слушаться мужа и так далее, она-то вообще не такая. Она в свое время вставила свои 5 копеек и показала свои клыки своему мужу, и с тех пор у них кое-что наладилось, и жизнь потекла по-иному, не так, как раньше. И он уже перестал на нее поколачивать и т.д. и т.п. Поэтому она не так проста, как кажется, и хоть она всем и говорит, что вот, надо слушаться мужа, что все это нормально, даже если он вас колотит и так далее, хотя сама-то палец в рот не клади. Так, ну что ж, время 6. Я прочитала половину книги. Сейчас мы будем смотреть фильм. Есть очень вкусный ужин. А после я продолжу чтение. Надеюсь, что дочитаю сегодня, но если нет, то дочитаю завтра.
Доброе утро, я вчера в ночи дочитала книгу. Мне она очень сильно понравилась. Я ей поставила 9 баллов из 10. Один балл снизила по абсолютно субъективным каким-то причинам. Не хватило драматизма, но это будет сейчас очень странно, потому что в книге его все-таки много. Ну, в общем, не обращайте внимания, это такое личное просто. Мне очень сильно понравилась книга. Это, знаете, такой крик души человека, который все это видел своими глазами, который рос во всем этом, который знает все ужасы, горести, сложности, которые встречаются на пути у арабских женщин. То есть книга нам повествует про историю арабских женщин, одной семьи, одного поколения, скажем так. Что с ними происходило, как они жили, жизнь была у них очень сложная, тяжелая, со своими разными проблемами. Они, по сути, лишены абсолютно любой свободы, у них нету права подать голос, их мнение не приветствуется в доме, они не могут без мужа сделать абсолютно ничего вообще, они даже из дома не выходят без мужа. Я всегда знала, что арабская вот эта вся культура, это прям вообще какие-то потемки, и все там очень плохо, сложно с женщинами и так далее, но, если честно, я не ожидала, что настолько. Я никогда не погружалась в эту проблематику, да, я никогда особо там не интересовалась, как именно они живут. Понятное дело, что есть и хорошие, ну, не то что хорошие семьи, да, есть семьи, где не так все, как в книге, но мне кажется, что это большинство, наверное, так, как в книге, что это прям целая проблема у них. Просто женщины, они существуют ради детей и ради мужа, все. И ради готовки, вот третье, да, уборка и готовка. Все, больше это как бы они ни на что не способны в их понимании. И это ужасно. Эта книга посвящена тому, чтобы показать, что не надо так жить. У вас есть право выбора, у вас есть свобода слова. Вы можете говорить то, что вы думаете, то, что вы хотите сказать. Вы можете делать то, что вы хотите. Вы можете пойти учиться в колледж, если вы этого желаете. Вы можете не выходить замуж, если вы этого не хотите. А здесь просто такое вот, знаете, безысходность, она прям пропитана, вся книга пропитана какой-то бесконечной безысходностью, и конца у этой безысходности вообще не видать. И горем, естественно, потому что вся эта сложная жизнь ни к чему хорошему в итоге не приводит. Тут у нас, получается, 2 поколения, и показано, что ни к чему хорошему это не привело. А уж то, что произошло с нашей Изрой и с Адамом, что случилось с их браком, к чему все это привело, чем все это закончилось, ну, это вообще меня повергло в шок. Просто я сидела 3 минуты и думала, и вот ради чего все это было, как бы что. Я уже молчу про все виды унижения, которые существуют над женщинами, особенно над тем, кого они рожают, девочку или мальчика. То есть, если у тебя, не дай бог, родится девочка, то все, сжечь тебя на огне, ходить, хаять тебя и говорить, какая ты плохая, что ты не смогла родить мужу сына, и ты обязана рожать до тех пор, пока не родишь сына. Ну, в общем, мне это все капец как сложно понять, если честно. Прямо у меня взрыв мозга по полной фазе происходил, пока я читала. У меня вон сколько стикеров. Все эти стикеры, скорее всего, 98% — это просто мое возмущение и непонимание, негодование того, что происходит в книге. Ну да, потому что я, скажем так, из другого мира, из другой параллельной вселенной, где абсолютно все не так. И мне, конечно, сложно дается для понимания все то, все те обычаи, устои, которые там у них существуют. Ну, в общем, да, это такой крик души, чтобы показать женщинам, что да, женщина — это не мужчина, но это не повод
к тому, чтобы унижать женщину, принижать ее и считать, что если человек женщина, то этот человек ни на что не способен, ничего не достоин, у него нет абсолютно никакого права и так далее. Очень понравилась мне эта книга. Читается абсолютно легко, быстро. А еще, кстати, очень такой огромный тоже пласт проблемы, да, который тут поднимается, это домашнее насилие. Как мужья просто измываются над своими женами, потому что они знают, что им за это ничего не будет. Так мало того, что им за это ничего не будет, большинство даже в обществе это считается как... ну, как бы так и должно быть, а чему вы удивляетесь? Ну, ходит жена вся побитая, ну, срам ей, если она не успела закрасить синяк под глазом. А то, что как бы у них дома происходит, это их личная там жизнь, и вообще муж имеет право делать все что угодно. Ну, то есть он относится к жене как к вещи. И это мало того, что может происходить с женщинами, так это все это насилие, эта агрессия может также происходить над детьми. И это также как бы в рамках нормального, ну, в общем, просто какой-то полный сдвиг по фазе, скажем так. Какие-то моменты прям супер сложно читать, и тебя прям, вот меня разрывало от какой-то несправедливости, и прям хотелось залезть в книгу и самой там раздавать всем по заднее число и вообще забрать бедную девушку. Ну, короче, да, сложно. Сложная книжка. Но очень интересная. Я очень рада, что я прочитала. Очень рада, что автор ее написал, потому что я думаю, эта книга, возможно, очень многим поможет. Поможет что-то осознать, переосмыслить в своей жизни, в своих там каких-то нормах и так далее. Может быть, поможет и натолкнет, подтолкнет, точнее, к каким-то действиям, да. Я очень надеюсь, что эта книга поможет людям, тем, кто нуждается в помощи. Или хотя бы даже если не поможет, то просто хотя бы морально поддержит тех женщин, которые оказались в подобной ситуации, в подобных условиях, у которых также непростая жизнь и судьба. Вот, поэтому... Огромный респект автору за то, что она написала эту книгу. Книга мне очень понравилась, абсолютно точно рекомендую вам прочитать. Быстро, легко и очень интересно читается. Спасибо, друзья, большое, что вы были со мной это видео, этот день. Провели со мной прекрасный праздник весенний, наш праздник, праздник женщин. Я вас всех поздравляю, хоть как бы вы будете смотреть, праздник уже пройдет, но неважно. Все равно, пусть у нас будет праздник каждый день, улыбайтесь чаще, дарите, радуйте себя, радуйте окружающих своей прекрасной улыбкой. Никогда не грустите, не переживайте по пустякам, потому что женские нервы не восстанавливаются, да, мы все помним. Берегите себя. Всегда улыбайтесь, будьте с хорошим настроением и читайте только самые-самые прекрасные, добрые и классные книги. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вы еще не подписаны, подпишитесь обязательно, поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно, и увидимся в следующих видео. Всем пока!